Большой-большой привет вам, дорогие мои подписчики, дорогие гости моего канала. Очень рада, что вы ко мне заглянули, и я, Людмила Бытакова. Вы знаете, на медне посидела, подумала, что впереди у нас месяц такой, хотя уже начался ноябрь. Его психологи считают таким депрессивным месяцем, но оно и понятно. Солнце меньше, уже холодно, у нас еще и сыро, солнца нет, и как-то все серо, листья уже опали. Есть, конечно, такой элемент депрессии. И вот я подумала, давайте сделаем такой себе праздник. Я бы хотела, как-то в этом участвовать для вас, и для себя тоже. И хотела бы с этого ролика запустить несколько роликов подряд, примерно на целый месяц, в которых я буду вам рассказывать только о красивом, о приятном, о полезном и интересном. Но у меня все ролики полезные, надо сказать, но это будет для красоты тела, для красоты кожи, для внешней красоты, для красоты дома, для того, что для нас очень полезно, что радует нашу душу, наш глаз, наше общее состояние, наше здоровье, потому что здоровье – это же целый комплекс, это когда ты все свои тела, да, и физическое, и эмоциональное радуешь, когда глаз твой радуется. Поэтому ближайшие 5 роликов будут именно на эту тему. И даже, возможно, в некоторые недели будет выходить 2 ролика. Я бы хотела добавить для вас еще такой осенний релакс. Ну что, поехали. И начать я хочу этот, давайте назовем его марафон, да, именно с красоты лица, с той косметики, которая позволяет действительно за очень короткий промежуток времени восстановиться. Понятно, я буквально в предыдущем ролике говорила вам о том, что чтобы вернуть лицу молодость, возможно это сделать, да, нужно поработать с костями черепа, да. Но если мы говорим о мимических морщинах, если мы говорим об увлажнении лица, об увлажнении кожи, да, то, о чем я сегодня буду говорить, прямо в точку попадает вот как раз-таки в этой теме. И начать я хочу с пенки. С пенки для умывания. Вы знаете, я обожаю двухфазное умывание. Каждое утро и каждый вечер я умываюсь гидрофильным маслом, делаю массажик. И обязательно этот процесс, он должен завершаться хорошим средством, которое может смыть и остатки масла гидрофильного, и остатки еще какой-то грязи. И вот у меня в руках, надо сказать, сегодня я буду говорить о корейской косметике, о селективной косметике, особенной косметике, косметика, к которой нужно присмотреться. И в руках у меня пенка. Пенка для как раз-таки умывания. Вы знаете, первое, что я хочу сказать, это свои ощущения, когда я только с ней познакомилась. Нежнейшая, вот какая может быть пенка, да, которая сама по себе на воздушном, всегда нежная консистенция. Но такой нежности я еще в руках не держала никогда. Это такое что-то воздушное, легкое, нежное. Она прекрасно пенится, она великолепно снимает макияж прям с первого раза. И ее нужно чуть-чуть, ее нужно капельку, ее нужно горошинку для того, чтобы это была уже такая достаточная порция пены для умывания лица и зоны декольте. Можно в руках просто ее вспенить, можно ее вспенить сеточкой. Я практически всегда пользуюсь сеточкой. Если вспенивать сеточкой, то этой пенки, я не знаю, насколько мне хватит, я пользуюсь достаточно давно, а туба почти полная. Так что делает эта пенка? Во-первых, она восстанавливает микробиом кожи, то есть те микроорганизмы, которые находятся не только внутри нас, но и снаружи. То есть наша кожа, она тоже должна иметь нормальный, стабильный микробиом для того, чтобы здесь на коже не возникало воспаления. Да, часть воспаления идет, провоцируется изнутри, когда желудочно-кишечный тракт поврежден или работает некорректно, а часть возникает здесь же из-за нарушенного микробиома. Так вот, эта пенка прекрасно справляется именно с тем, что как завершающий, умывающий уход нормализует микробиом. И дальше мы можем наносить те средства, к которым мы с вами привыкли, или я сегодня об одном таком средстве еще вам расскажу. Так вот, еще о пенке. Она содержит комплекс из 5 пробиотиков. Все те, кто... Мало сейчас таких людей, но некоторые, конечно, все равно пишут, как пенка?
щелочная, которую мы наносим на лицо, которую нужно бегом смыть, как она вообще может что-то там впитывать, что-то делать полезное, какая-то гиалуроновая кислота может из нее выделяться, или какие-то пробиотики могут вообще что-то с нами делать. Все, кто так думают, девочки, просто... Опять же, часто я об этом говорю, на дворе 21 век. Вы не думаете, что то, что мы знали в 20 веке, это работает сейчас. А косметология, вообще наука, во-первых, шагнула обалденно вперед. Обалденно. И это же большой бизнес, поэтому, имея деньги, а корейцы имеют деньги и технологии, можно создать такие формулы, которые позволяют нам сегодня выглядеть достаточно хорошо, не используя чего-то жесткого. Я имею в виду пластические операции и все такое прочее. Да? Впечатления от этой пенки, еще раз повторюсь, у меня самые приятные, ибо такой нежности я еще на своем лице никогда не видела, потому что если обычно моющее средство очень нежное, оно слабо смывает макияж, слабо смывает, очень слабо смывает гидрофильное масло, да, а здесь справляется очень быстро. Здесь 150 миллилитров. После использования действительно чувствуешь вот эту вот увлажненность и наполненность. Следом за пенкой я наношу вот этот серум. Серум тоже корейский производитель, очень легкая, знаете, вот серумы, то есть серум это, если крем это одна формула, да, такая более легкая, то серум это концентрированная формула того же крема, который имеет более сильное, более мощное влияние, более мощное проникновение, все зависит от количества входящего в состав и их молекулы, да, то есть степень проникаемости зависит от величины молекулы. Так вот, эта сыворотка, антивозрастная сыворотка, она с лактобактериями. Здесь 50 мл и наибогатейший состав. Проникая, она является генератором коллагена в коже. Коллаген делает наше лицо таким полным, наполненным, напитанным, то, что называется молодое лицо. Мимические морщины он способен убрать достаточно быстро. Напомню, мимические морщины, те морщины, которые, если это не запущено, очень легко можно выровнять при помощи хорошего состава. Сыворотка с этим справляется. Он справляется вообще много с чем. Что мне понравилось в этой сыворотке, я наношу ее только на ночь, днем нет. Но для меня, вот в моем случае, мне так понравилось больше. И, как вы знаете, утром, когда ты просыпаешься, то ты чувствуешь, ну, я во всяком случае всегда чувствую, как пошел мне тот или иной состав, да, тот или иной крем, или сыворотка, или маска. И вот когда ты утром просыпаешься с легким лицом, когда кожа дышит, это очень чувствуется. Значит, это... Этот продукт работает, вот так скажем. Вот эта сыворотка работает превосходно и прекрасно. Утром я просыпаюсь с очень легким таким лицом. Но сыворотку, не любую, правда, надо сказать, но большинство сывороток очень бы хорошо запечатывать. То есть для того, чтобы она работала более направленно, любую сыворотку желательно запечатать либо маской специальной, которую можно не смывать, но тот же легкий крем, да, либо кремом. И тут надо, конечно, подобрать крем. На утро были другие ощущения. То есть такое было ощущение, что кожа более увлажнена, чем просто, когда я нанесла одну сыворотку. Это значит, что вот этот вот процесс запечатывания сыворотки очень хорошо работает. Если наносить маску, любую маску, смываемую, несмываемую, и добавить капельку сыворотки, это и во всяком случае, да, то тоже очень хорошо работает, потому что, знаете, получается для сыворотки получается как бы такой эффект, вы знаете, как варежка, вот ты берешь руку, одеваешь в варежку, у тебя такая прослоечка здесь тепленькая, и вот сыворотка в этот момент, она лучше впитывается, то есть когда, это еще, по-моему, говорила Чизусайки, да, ее очень много, многие знают, ну, наслышаны они, это японский косметолог, кстати, великолепно выглядит до сих пор, хотя ей далеко за 70. Она говорила, что для того, чтобы маска либо сыворотка глубоко проникали в кожу, и чтобы этот процесс был более быстрый, надо всегда кожу греть.
да, либо запечатывать ее вот этой многослойностью. Да. Достаточно всего пары нажатий. Возможно, хватило бы одной капельки. Но у меня так строго. Одна капелька на одну половину лица, другая на другую половину лица. И то, что осталось, обязательно зона декольте и шея, потому что эти части наши нежные и наши красивые, ну, которые сейчас у меня закрыты, да, вот они требуют наибольшего внимания. Поэтому эта композиция вот после пенки, нанесения сыворотки, потом крема, утром мне я очень нравлюсь. И еще одно чудо в моей вот этой коллекции. Помните, это только первый ролик. У меня есть вот такая карбокси-маска. Это одношаговая маска. То есть здесь все просто. Вот этот порошок, который находится внутри, мы разводим в воде. Получается такая пышащая кашица. Наносится она на лицо на 15 минут, потом смывается. Я специально этот процесс отдельно хочу вам даже без моего голоса показать, чтобы вы его посмотрели, как это происходит. И я расскажу вам о своих ощущениях. Прежде чем расскажу о своих ощущениях, я хочу вам сказать, что она делает. Да? Это маска для карбокситерапии. То есть карбокситерапия – это омоложение углекислым газом. Здесь так и написано – СО2. Из нее же входит пептидный комплекс. Наибогатейшая маска. За 15 минут очень хорошо подтягивает, делает лифтинг. Легкий лифтинг. Причем это только от одной порции. А если их делать, как рекомендует производитель, с перерывом в 7 дней 10 раз. Это будет уже стабильный результат. То есть подтягивает лицо, выравнивает его. То есть, когда лимфа скапливается у нас на лице, оно получается иногда такое неровное. Так вот, при помощи работы этой маски, да, лицо выравнивается за счет того, что лимфа лишняя выдавливается и уходит. Получается гладенькое лицо. Увлажняет, освежает кожу, ее тонизирует. Ну, видите, все, о чем я сегодня говорю, это и сыворотка, и пенка, все эти продукты, да, то есть в их состав, они делают главное для нашей кожи, это увлажнение, потому что это важно, особенно зимой, когда включено отопление, когда кожа сохнет, когда, к сожалению, наша кожа не забирает влагу снаружи, да, извне, потому что ее мало, а наоборот отдает это ценное для нас увлажнение. И эта маска также активирует выработку коллагена. То есть очень много в этой коллекции как раз-таки того, что нам надо. И увлажнение, выработка коллагена, а это наполненность лица. И в состав входит аромакомпозиции папайи и ананаса. Что такое, знаете, легкое южное такой аромат, ее
слегка апельсиновый цвет дает еще и настроение. А, это то, о чем я сегодня говорила. Нам нужно создавать себе настроение различными способами. Уходом, запахами, ароматами, красивыми яркими красками. И конечно, как результат от всего этого, тот наш внешний вид, который нас радует. А если нас с вами в зеркале, в нашем отражении что-то радует, да, красивый цвет лица, здоровый, увлажненный, напитанный, мне кажется, для женщины это самое главное, это самое ценное. Забыла вам, знаете, что еще сказать? Сейчас обязательно скажу. В сыворотку здесь наибогатейший состав. И один из составляющих – это экстракт морских водорослей. Ну уж поскольку с морскими водорослями совсем еще недавно я работала достаточно плотно и много об этом знаю, я понимаю, что достаточно только экстракта морских водорослей, чтобы это принесло коже действительно и питание, и увлажнение, и как следствие хороший внешний вид. А ведь там еще состав просто потрясающий. Но состав вы сможете прочитать на сайте, как всегда. Все ссылки я оставлю под этим видео в инфобоксе. Поэтому вы можете переходить, знакомиться, смотреть, выбирать для себя то, что вам больше понравится. И хорошеть и молодеть. Потому что хорошеть и молодеть – это наша с вами прямая задача, дорогие милые женщины. Сколько бы нам ни было лет, мы должны с вами это делать постоянно, потому что женщина радует мир. Все для этого у нас с вами есть. Ну, а я была с вами сегодня рада повстречаться. И я обязательно жду ваши комментарии, ваши пальчики вверх, если вам это видео понравилось. Обязательно будьте в хорошем настроении. Все, что я могу для вас сделать, я постараюсь сделать в эти несколько видео, попытаюсь радовать вас. Но и, конечно же, желаю вам всего самого-самого хорошего. Не забудьте, дарите миру любовь. И мир ответит вам тем же. Ну, а с вами была Людмила Потакова, прекрасная коллекция косметики и... До новых встреч. Пока-пока.